Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Узнаю сучку. Спроси ее про Росака Таур, как меня подстрелили у нее на глазах. Ви, ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Росаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми? Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в Камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим, но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность, даже самую старую дружбу. Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да, я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Я рад тебя видеть, Ви. Тут довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. Что случилось? Выглядите довольно хреново. Так выглядит тот, кого лишили имплантов, денег и уважения. Но не все так плохо. Меня почти незаметно в городе. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Ему точно можно доверять? Да. Ясно. Очень убедительно. Мне терять нечего. Так лучше? Хуже. Мне-то есть что терять. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Такэмура-сан. О, да. Это он, твой вор. Мой свидетель, Ви. Я могу и сам за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Вам не понравится то, что я скажу. Я хочу знать, что со мной ничего не случится. Не случится, говори. Ты можешь доверять Оде. Ну, хорошо. Это произошло вечером в Камбэке Плаза. Сначала все выглядело, как обычная семейная ссора.
А потом Юринобу внезапно кинулся на Сабура и начал его душить. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханако сама должна его выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетеля его убийства, а твои мысли заняты каким-то глупым парадом, дурак. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работаю. От правды ты... все равно не убежишь. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота. Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Йоринобу-сама. Простите, а у вас это еще надолго? Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Йоринобу. Значит, тебе повезло, что я — это не ты. О, да. Ты... Что? Мы говорим о человеке, который убил отца, чтобы встать во главе Арасаки. Вы сделаете что-нибудь или нет? Увы, нет. Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми. Увижу кого-то из вас снова, убью без разговоров. Будь осторожен, мой друг. Мы все здесь далеко от дома. Вот-вот, пускай уёбывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что? Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь, парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подождите. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй. Эй, не так быстро. Вас послушать, так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханако лучшая охрана в Найт-Сити. Да. Поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. Но мне на ум приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Чпо-стрит? Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. У вас все в порядке? Да. Чего это ты вдруг? Да просто спрашиваю. А вы во всем привыкли искать тайные мотивы? Нет. Извини. Это могло прозвучать невежливо. Я просто не привык к подобным вопросам. Видишь ли, у людей вроде меня либо все хорошо, либо они лежат в гробу. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения, у меня гости.
Так. Неужели это Ви собственной персоной в моем скромном салоне? Вакака, давно не виделись. А зачем ты здесь? Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем, вот и все. Такимура Городес. Окадасан. Ой, декетикоидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Причина в деньгах. Ты слишком любишь деньги, Вакака. Если ты нам поможешь, мы заплатим. Что может быть проще? Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Гора, вы не знаете, почему жирная задница Декса сейчас вне зоны доступа? Его нет в живых. Его зарезал и выкинул на свалку какой-то наемник из Арасаки. Неприятная история. Вы что, мне угрожаете? Нет, конечно. Ты спросила, что случилось с Дексом, я тебе ответил. Это факты, ничего больше. Хорошо, иначе бы вы отправились за ним следом. Окадасан, у нас с ней благородная цель. Нам просто нужны сведения. Это вопрос жизни и смерти. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Окадасан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Подарок? Почему? По своим причинам. Не испытывай мое терпение. Джапантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы — платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь с самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию, по крайней мере, один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более, я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окадасан. Вряд ли кто знает Уэстбрук лучше тебя. Мои мужья знали Уэстбрук. Они все были большими шишками в тигриных когтях. Короли Джапантауна. Чем занимались? Тем, что приносило больше выхлопа. Продавали секс и серые технологии. Не могу не спросить. Сколько у тебя было мужей? 5. И все безвременно погибли. Такая трагедия. Не боишься, что трагедия повторится и с тобой?
Выживаю, как умею. Мне 9 сыновей поднимать. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Удачи вам, Гора. Тебе тоже. До скорой встречи. Что дальше? Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих и затащим внутрь? Я же говорил. По смерти смотрят на репутацию, на статус. Твой знак Привет. Для них ничего не значит. Залетай. Нас не пустят в любом случае. Как так? Почему мы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике. О, сука! Скажи что-нибудь, Шам! Пожалуйста! В смысле ты не приедешь? Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла из-за тебя. Не надо орать, повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Знаешь, что есть? Иди нахуй! Не советую с ней связываться. Бестия, есть разговор. Все в порядке. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Это девица. А чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон. Джеки Уэллс, Ти-Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Арасака Таур. Как меня подстрелили у нее на глазах. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми, без исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Арасака Таур, помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. Ты подготовился. Конечно. Но меня чувствами не проймешь. С чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эдди. Ага. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Слышь? Работа нужна? Я к бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? 2, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо, Никс.
Королева по смерти? Кто бы мог подумать? На, держи щепку. На ней много всего интересного. И она поможет? Знаешь, бестия была та еще бесчувственная сволочь, но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошел ее проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Этакий фиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Он, наверное, работал над чем-то секретным. Теперь его защищают от Арасаки. Ага, от Арасаки или другой корпорации, которой нужно то, что он знает. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно АВИ, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Ха. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то ВИП. Угадай, откуда перевозка? Из Цянти. Это Хельман. И это хорошие новости. Сейчас начнется. А что за плохие новости? А плохие новости – их место высадки. Видишь, все это – воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут – равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом, но она настоящий кочевник и знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Как-то это странно. Кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмово им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У панам другое мнение. Вот-вот. И не только об этом. Почему панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары, машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала по нам. Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки? Моя работа – замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. Ха, то есть я для нее единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестии. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Ви. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Удачи. Алло. Привет, Панам.
Это Ви. Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? От бестии. Круто. Заебись. Во что еще эта старая сука меня втянула? Не знаю, что у вас с бестией, и знать не хочу. У меня для тебя дело. Очень рада, но у меня пока тоже дел хватает. А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь. Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Эй, привет, панам. Ты Ви? Где моя тачка? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Бестия сказала, мы можем помочь друг другу. Как я не догадалась. Значит так, или говори, что знаешь, или иди нахер. И Бестию тоже с собой прихвати, ясно? Эй, тише. Успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не мое. Тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно Ави. Оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать. Поможешь мне? Скажу, где тачка. И помогу вернуть товар. Идет? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним! С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в руки Риджа. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Нэш, твой Чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник. Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в руки Риджа. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в руки Ридж? Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в руки Риджа. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Кто такой этот босс? Надеюсь, с ним не будет проблем. Босс, честный мужик. С 6-й улицы. Берешь заказы у банд. А что, нельзя? Бандам нужны курьеры, а мне нужны деньги. Как всем. Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Да не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Думаешь, они нам помогут? В руки Риджи. Я надеюсь. Я знаю про твоих друзей. Бестия сказала, вы не особо ладите. Ну, раз Бестия сказала, значит, так и есть. А что, нет?
Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу. Это временно. Мы по-прежнему семья. То есть все сложно? Да, можно и так сказать. Я, кстати, тоже бывший кочевник. Серьезно? Никогда бы не подумала. Да, из семьи Бакеров. Пришлось с ними разбежаться и переехать в Найт-Сити. Значит, между нами что-то есть общее. Ладно, поехали. Садись. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Чё-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом, по 9-му шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители, детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. А ты спроси у нее самой. О, обязательно. И отдельно уточню, почему она не сказала, что Нэш стилет, когда сводила меня с ним. Может, у нее были причины? Да ладно. Да эта сука рта не раскроет, пока не просчитает, что ей выгоднее сказать, а что скрыть. Ох ты, кого пыльная буря принесла? Это мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. По нам. Время не ждет. Я знаю. Стилеты меня наебали, теперь я хочу наебать их. Но без вас не справлюсь. Поехали со мной. Вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Справимся и без них. Пасть закрой. Мич, не будь говнюком. Помоги. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет, скорее разочарована. Привет, панам. Ты к нам надолго? Не, на 5 минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, панам. Ты привела новенького? Сол уже знает?
Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Панам! Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да, да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. А ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Скорпион и Мич хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Солы и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? Не, пока что нет. Но, может, скоро будет? Окей. Эти ребята были в армии? Скорпион и Меч? Да. Панцербои. Были контрактниками на последней войне. Панцербои? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Меч был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Мне говорили, что Рокки Ридж — это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то? Тысячи. Ехала я как-то по Е-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Все. Мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Руки. Ридж мертвее мертвого. Все поломано, ничего не работает. Ну что, нашел что-нибудь? Тут ничего не работает. Все отключено. Мы это исправим. Стилеты подъедут только после заката, и тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить питание. Проверим вон ту подстанцию. Окей.
Я нашел выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции, правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Пойдем по классике? Старая добрая диверсия. Она самая. Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет. Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Да будет свет. Зацепи чип от тачки, он уводила. Девица с ирокезом. Норм примета. Подожди в машине. Пересядь, я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала, твою а мать! Я... Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде.
Они нас не ждут. Я прямо уверена. Мы не договаривались охотиться на Нэша. Я же думала, что он приедет в Рокеридж. А он не приехал. Может, и в этой их норе его тоже нет. Он точно там, Ви. Этот ебучий стилет меня кинул, и я этого так не оставлю. Он должен сдохнуть. Без вариантов, понимаешь? Ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда. После переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Не стоит рисковать жизнью ради мести. Интересная мысль. Но все мое существо требует другого. Выясним, кто был прав. Ну что, вперед? Пизда ему. Довольно? Привет, бестия. Панам. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Нэш мертв. Одна проблема решена. Ты довольна? Угу. А что с товаром? Нэш его уже не доставит. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту. Сука. Может, пора уже забыть о бестии? С чего бы? Она не стоит ни секунды твоего внимания. Пойдем. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше была добрая и ласковая, да? Да хера с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Привет, босс. Товар у меня. Обижаешь. Давай встретимся. У мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? Звучит неплохо. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. Ха. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Ха. Бонус? Смотрю, чтобы никто не рыпался. О, этот-то бычит побольше, чем Нэш, а? Ну, как видите. А он прикольный!
Держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? Стилетов выкосили, шестой улице угодили. Хороший день для Панам Палмера. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь? Я не могу. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два брозыха, пока все. А что ты привезла для шестых? Что за груз-то? А ты не видел? Баллоперидол. Лекарства для киберпсихов. Они их продают? Ну да, по своим каналам. Подпольным клиникам и риперам. Ну, значит, за твоего тортика. Спасибо за все, напарник. Еще одно можно? Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Ну ладно, переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по две кровати. Как раз сэкономим. Я не это имею в виду. Да? А что ты имеешь в виду? Ну, я рад, что мы познакомились, поэтому... Я тоже рада, Ви. Это мог быть очень тяжелый день, но благодаря тебе все прошло хорошо. Ну, может, мы... ну, как-то отметим это дело? Конечно, почему нет? Можем и отметить. Но не сегодня, я просто падаю с ног. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Доброй ночи. Угу.